10 декабря отмечается Международный день прав животных. Главная его цель – не допускать жестокого обращения с питомцами. Печальная статистика говорит о том, что в нашем округе часто домашние животные оказываются на улице. Один из шокирующих случаев произошел в Нарьян-Маре в ноябре этого года. В микрорайоне Мирный была обнаружена истощенная собака породы шарпей, которую долгое время хозяева держали на цепи без воды и еды. Историю спасения четвероногого расскажет Любовь Пермякова. Дай лапу. Ой, какой молодец. Воспитанную. Давай, дай еще лапочку. Ария, Ария. Дай лапу. Дай лапку. Она ласковая и дружелюбная. Девочка Шарпей с мелодичной кличкой Ария, несмотря на жестокое отношение прошлых хозяев, людей очень любит и им доверяет. История этой собаки потрясла Нарьян-Мар. В интернет-группе «Бездомные животные НАО» зооволонтеры опубликовали пост и фото изнеможденного животного. Люди, вы только посмотрите, до какого состояния довели домашнюю собаку. Этой несчастной девочкой никто долгое время не занимался. Истощенная, гнойные глаза, тело все в шрамах. Несмотря на свое состояние, собака дружелюбная, слушается людей и на судьбу свою не жалуется. Мы бы очень хотели помочь этой домашней бедолаге. Но нужна помощь с передержкой с медуходом. Кто может помочь, пишите нам. Если мы не организуем помощь, то завтра собака отправится в пункт временного содержания. Спастись от неминуемой смерти Ария была в крайней степени истощения, помог счастливый случай. Весь день в группе писали об этом, а то как вечером она зашла в подъезд, и там вот девушка ее взяла на передержку. Сразу к врачу повезли, ну что истощение было, глазки вылечили, а теперь мы вот в проглистогоне будем искать семью. Ну как новую семью, конечно. Благодаря новой приемной семье, которой очень благодарны местные волонтеры, Ария быстро поправилась, на глазах похорошела. Но, к сожалению, в силу некоторых обстоятельств, супружеская пара не может оставить ее у себя. Впрочем, за время, проведенное вместе, Шарпей заслужила прекрасную репутацию. Значит, о ней опекунша отзывается только положительно. С детям очень хорошо. На поводочек не тянет тоже. На автомобиле хорошо, прекрасно ездит. Единственный милый недостаток – храпит. Вот и все. А так вообще спокойно, не реагирует ни на звонки, ни на шумы в квартире. Тихенько себя ведет. В этом она бесхлопотная собачка. Сегодня Ария вместе с зооволонтером Ириной пришла на очередной медицинский осмотр в ветеринарную клинику. У врача Елены Макеевой четвероногая любимая пациентка. И сейчас себя на все процедуры хорошо ведет. То есть, если бы еще чуть-чуть, да, например, она не попала в добрые руки, то можно было и... Ну, там истощение было, да. Такое еще холода, если бы начались какие-нибудь, конечно, могли бы быть проблемы какие-то. Сейчас жизни и здоровью Арии ничего не угрожает, поэтому ей положены только приятные процедуры. Одна из них – педикюр. Тоже длинные ногти – это плохо. Если их не подрезать, там прорастают сосуды и меняет постановку лап. И больно обрезать потом будет. После всех пройденных процедур ухоженная и довольная Шарпей Ария, как истинная леди, садится в автомобиль и уезжает, пока к временным хозяевам. Мы очень надеемся, что совсем скоро Ария обретет свою семью. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».